протяженность 2 с лишним километра. В принципе, ничего не менялось. Как было по схеме, по чертежу, так и делай. Сначала убрали, значит, грунт, плодородный слой. Потом сделали песчаное основание. Затем щебеночное. Работы ведутся с начала мая. Деньги в сумме 12 миллионов выделены по федеральной целевой программе «Спорт. Норма жизни». Срок окончания работ 17 июня. Я уверен, что мы к этому времени закончим работу. Работа по лыжероллерной трассе, по ее изготовлению, находится на личном контроле главы республики Евстифеева Александра Александровича.